Папа против мамы на карантине. Мама. Доброе утро, мамулька. Доброе утро, кукурузка моя пухленькая. А что у нас на завтрак? Сегодня новое блюдо. Сухая гречка. Бери, грызи или соси, как хочешь. Сухая гречка? А попить чем-то можно? Да, конечно, кипяченая водичка. Папа. Утро. Доброе. Поесть что-то есть? Поесть? А что есть? Чипсоны и сухарики в микроволновке можешь взять. Ты будешь? Спасибо, я мятных конфеток с утра похавал. Папа против мамы на карантине. Мама. Так, у меня начинается онлайн-обучение. Пожалуйста, ведите себя тихо. Онлайн-обучение? Это что, через компьютер, что ли? Да, мамулечка. Так, стоп, никаких уроков, пока я не продезинфицирую этот ваш экран компьютера. Ма, не тупи, через компьютер нельзя заразиться. А если кто-то чихнет, а? Вы знаете, с моей мамой иногда лучше вообще не спорить. Да, кстати, пальцем с хорошим настроением на лайк этому видео тыкни. Давай соберем 10 тысяч лайков и комментарий. Ты что, не подписан? Подпишись на канал быстро! Фрикаделька моя мохнатая. Все, можешь идти, я все продезинфицировала. Спасибо, мама. Лайк поставь. Папа. Лена, а ты что тут делаешь, а? Пап, у меня онлайн-обучение. Тихо. Дай сюда! Чупакабра Анатольевна! Здрасте, это я, папа малыша! Я извиняюсь, но ребенок мне очень срочно нужен! Я заберу его, да? Ну хорошо, раз нужно, забирайте! Пап, что случилось? Сегодня это, пропустишь свою школу! Мне нужен напарник в чемпионат по Brawl Stars! Ух ты ж, как крутяк! Супер! Пупер! Давай, подключайся! Папа против мамы на карантине! Мама! Мамочка, ну перестань, пожалуйста, сырость в доме разводить! Я просто очень переживаю, мой любимый кукурузёныш! Да со мной все будет в порядке! Маска есть, перчатки есть! И этот, как его, антисептик ты мне дала! Все нормально, мама! Боже, мама, это же обычный мусорный пакет с дырками. Он не защищает. Ты разбиваешь матери сердце. Папа. Сына, сыночка, комок шерсти мой бородатый. А ну-ка иди сюда. Ну что ты хочешь, папуля? Значит это, сходи в магаз, хлеб закончился. И картошки прикупи, мешок. Пап, ну сейчас же твоя очередь идти. Я боюсь этим коронавирусом заразиться, боюсь я. Да ты не очкуй! Это все выдумки этих корпораций долбаных! Тебе лучше меня бояться! Я могу случайно забыть заплатить за интернет! Ну хорошо, хорошо, схожу я в этот твой магазин. О, другое дело! Умница моя, пухлобородатая! Папа против мамы на карантине! Мама! Я дома! Кто встает и не двигаться? Мама, это я съел конфеты из нычки, только не бей меня! Да я продезинфицировать тебя хочу! Забудь, что я тебе говорил про конфеты! Так обувь снимай, я потом продезинфицирую! Иди в ванну, мойся, купайся весь целиком! Одежду сними, я ее сожгу! Ма, ты что, совсем тетю? Не все так плохо, мамулечка! Да ты не понимаешь! Нужно быть осторожным! Нужно быть осторожным, чтобы не заразиться! А еще нужно быть спокойной и не паниковать! Папа! Эх, скукотища! Я дома! Привет, давай катись на кухню! Я все купил, и тебе, и себе вкусняшек! Где мои ништяки? Давай мне их сюда! Пап, ты чё, я сначала руки должен помыть, а потом продукты еще должен перемыть, а потом тебе уже все дам! Да ну ты, это не парься, малой! Зараза к заразе не пристает! Папа против мамы на карантине! Мама!
Эх, как же скучно на этом карантине. Так, я услышала, что тут кто-то скучает. Близкий же посранчик. Мама, ты меня напугала. А если тебе скучно, я знаю, чем тебя занять. Нужно полы везде помыть, гречу от риса перебрать и начистить картошечки на супа. Дай. Язык мой, враг мой. Папа. Да, скукотища, ну его нафиг. О, может, в КС-ку по сетке рубанемся? Да надоело уже. Блин, ну я вообще не знаю, что делать тогда. Извините. О, точно, идея. Давай споем новую песню Моргенштерна отрыжками. Ну ты мозг мой мохнатый. Давай бит. Папа против мамы на карантине. А 18:00 начинается мой сопливо-слюнявый турецкий сериал. Так что телек смотрю я. А у меня мультики вообще в это время будут, так что телек мой. Так, тихо, мое бородатое семейство. Я самый взрослый в этой семье. Значит, я самый старший в этой семье. И путь от телевизора будет у меня. Ну, папа! А ты вообще не уроки делай на завтра. Игорь, если ты мне не отдашь пульт, то можешь забыть на время карантина о вкусняшках, поцелуйчиках и обнимашках. Ясно. Вечно ты меня шантажируешь вкусняшками. Папа против мамы на карантине. Мама. Мне кажется, у меня едет крыша. А что случилось, кукурузка моя переваренная? Я со стенами начал разговаривать. Да это не страшно. Не страшно, говоришь? Они мне стали отвечать. Ай да уже проблемка. И серьезная. Со мной говорят стены. Стены говорят со мной. О, батеньки, да у тебя кукушка вообще тетю поехала. Надо срочно вызывать скорую. Папа. Сыночка, сынулька, а ну иди сюда. Ну что, папулька? Сыночка, знакомься, это твоя новая мама. Швабройд Зинаида. Швабра? Не, сынок, ты что не видишь, это Зина. А, теперь я вижу, у нее что-то с лицом головой, да? Зиночка, любовь моя, не переживай. Он просто еще стесняется немножко. Алло, скорая, приезжайте. У моего папы кукушка поехала. Папа против мамы на карантине. Если тебе понравился этот видос, то поставь ему, пожалуйста, свой лайкос. Подпишись на наш канал, если ты не подписан. Оставь самый позитивный комментарий. Я на все комментарии стараюсь ответить и лайкнуть. А также поделись этим видео со своими друзьями. Мойте руки, пока! Подпишись, 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 колокольчик нажать не забудь, комментарий ты клёвый оставь и улыбнись, улыбнись, улыбнись!